охотиный лес. Гибло это место. Ни рыбы, ни людей. Вы решили мне назло умереть от грязи и простуды, да? План не безупречный. Ты слишком быстро вернулась, не прошло и полгода. Вы прекрасно знаете, почему я задержалась. А, на тебя напал маньяк на белом коне. У вас была битва, он отрубил тебе ногу, и ты в пещере отращивала конечность. Фантастика, это не ваша. Согласна. Твой вариант? Возвращала тираж в типографию. Там даже ваша фамилия с опечаткой была. Как, Агата Юг? Сильвер. Смешно. Ненавижу мед. Значит, давайте вы сейчас пойдете в больницу за лекарством. Доктор вам подберет по вкусу. Я на пристань, ваши экземпляры должны прийти. Ну, правильно. Зачем тебе больная писательница, если на свете полно здоровых? А здорового писателя — это оксюмон. Я не верю в бесплатную медицину. Вы не верите, что доктор забыл про ваше свидание? Он благородный человек, не отравит вас. Здравствуйте, вы ко мне? Здравствуйте, а что с ней? Бредит. Температура за 40, второй не лучше. Их бы на материк. А вы заболели или что? Мне нужно лекарство от насморка. Стряхнин подойдет. Подойдет. Температура, кашель. Температуры нет никакой. Вообще. Хотите проверить? Нет, уж увольте. Здорово. Пап, ты знал, что у Хельси была каменная лодка? Но она не плавала и даже не тонул. Так, Петр Иванович, здесь сейчас много больных. Не хочу говорить слово «эпидемия», но мае лучше быть отсюда подальше. В школе отопление отключилось, там не самые лучшие условия. Мы пойдем в библиотеку. Домой. У меня волшебный невидимый щит, я не заболею. Ты тоже заболела. Она сейчас поправится. Идем. Три раза в день после еды. Какой-то медленно действующий у вас яд. А я бы тоже предпочел избавиться от вас побыстрее. Но уж как вы завезли. Уверена, вы сделали все, что могли. Обязательно упомяну вас в своем завещании. Постельный режим! Там рыбаки. Не ловили рыбу там, где нельзя, и заболели. Суров стал рыбпотребнадзор. Раньше мы просто штраф выписали. Майя, идем. Петр Иванович, да? Зайдите, пожалуйста, ко мне. Майя, держи. Подожди меня. Папа сейчас с проклятием Хиси борется, поэтому погода такая. Знали бы синоптики. Хиси — это бог. Он живет на мертвом мысе, охраняет мир мертвых. Рыбаки там побывали, и Хиси потревожили. Теперь их только папа спасти может. Что? Это папа. Похож. А это рыбаки. Ну, иллюстратором я бы тебя, конечно, не взяла. И что, умерли, что ли? Это давным-давно было. На мертвый мыс ученые приходили. И тогда кто-то умер. Папы еще тогда не было. Он бы спас их, он всех спасает. Вам сейчас лежать побольше. Соблюдать питьевой режим. Через пару дней ко мне. Спасибо, доктор.
И вам пить побольше. А тебя сейчас Петр Иванович заберет. Не холодно? Агата! Еле догнал вас. Мне бы хотелось с вами поговорить. Сейчас заберу из школы учебник по математике и к Майе. А как же бубны, клык шакала, кровь врага убитого в полночь? А мне Майя рассказала очередную страшную островную легенду. Я так поняла, вы ей только фольклор преподаете, но математику времени не остается. Ну, ребенку нужны сказки, так почему не местные? В конце концов, в них говорится об одном и том же. О добре и зле. Добре и зле. Я так понимаю, Хиси всех мочит, кто на его тропу попадает. А какая же здесь мораль? Отрицательный, плоский персонаж. Вот как раз о персонажах хотел с вами поговорить. Вы ведь всех людей рассматриваете под призмой своей профессии. А что жалуются? Майя к вам очень привязалась, меня это беспокоит. Я не знаю, какие у вас планы относительно ее отца. Как жаль, что вам, наконец, надо уходить. Школа в другой стране. Дружба с Майей не приносит ей пользы. Ей нужна мать, а не писатель-детективщик. Если у вас есть хоть капля жалости, оставьте мою в покое. Они почти не говорят по-русски, даже не скажут, где живут. Их обязательно надо искать. Кто-то пропал, нужна помощь? Только не ваша. Скоро вернется мой муж. Проходите. Он вам обязательно поможет. Они ушли еще вчера вечером. Нужно уже в полицию звонить? Или кто тут у вас занимается пропавшими? Участковый. Участковый? Да вы книжек начитались. Местный участковый ест, пьет и выпиливает лобзиком. Если кому-то что-то не нравится на нашем острове, Потап всегда может помочь уехать на материк. Он давно такой любезный? А вот он. Я тоже вас рада видеть. Здравствуйте. Где мои книги? Поклонники по дороге расхватали? Потап не пришли, может быть, завтра. Чего? У девушки друзья пропали, нужно помочь найти. Они шведы. Ларс и Томас ушли еще вчера вечером, сказали ненадолго. Я звоню, телефон не отвечает, видимо, нет связи. Поехали. Может, они заблудились? Поехали. Это же Ларс. Ой-ой-ой-ой! Ларс! Павла надо звать. Dödspår. Förfärligt. Monster. Förfärligt. Что он сказал? Следы смерти. Страшное чудовище. Бред какой-то. А Томас? Где Томас? Жар, бред, спутанное сознание – те же симптомы, что и у ваших рыбаков. Возможно, инфекция, но я не уверен. И вообще, вам нельзя здесь находиться. Пойдемте. Доктор, а вы можете что-то сделать, чтобы он в себя пришел? Хотя бы на 2 минуты. С ним мой жених был, он пропал. Укол я ему сделал, теперь надо ждать. А волшебной таблетки у меня, простите, нет. Пойдемте. Да я видел его на мертвом мысу утром. Только он был один. Простите. Ларс, Ларс, где Томас? Он на мертвом мысу? Он на мертвом мысу? Я туда пойду. Хорошо, но сначала я дам вам успокоительное. Маруся, выходим. Выходим, выходим. В мой кабинет, пожалуйста. Маруся? Я сейчас. А ему ты не говоришь, как мне. Соберись, тряпка и шуруй за лекарством. О, все-таки решили забить на математику. Ну почему? Отзанимались, очень даже неплохо. Майя сейчас в библиотеке рисует, если вам интересно. Ну, конечно, интересно. Особенно, если она рисует Хиси. С ним опять пара туристов познакомилась. Не понимаю, чем наш фольклор вам так не угодил? Хиси – мудрый бог. Аналог скандинавского. Что, Хиси? Снова Хиси? Ну, кого теперь?
на мертвый мыс понесло. Сначала рыбаки заплыли, потом туристы. Популярная достопримечательность. Ну все, жди эпидемии. И вы с кашлем. Температуры нет. Кто следующий? Проходите. Будет. Теперь все будет. Раз Хиси разозлили. Лариса, мы без Хиси каждый год гриппуем. Хотел бы я сказать, что это грипп. Нужно из первых уст узнать, что это за зараза. Я на мертвый мыс. Вам лежать надо. Там и полежу. Кто со мной, тот герой. Уверенно идете. Дорогу знаете? Чутье. А, вы... Давайте. Спасибо. Простите за то, что я утром вам наговорил. Просто очень беспокоюсь за Майю. Она особенная девочка. То, что у нее мамы нет. Майя говорила, что здесь раньше умирали люди. Да, давно. Приезжала археологическая экспедиция. Ученые стали заболевать один за другим. Один, кстати, умер где-то здесь, на этом самом месте. Старая история. Ясно. Идите сюда! Недавно умер. Ночью. Может, под утро. Знаете? Тарас, езжайте на мертвый мыс. Мы нашли для вас работу. Легочная недостаточность. Не понял, доктор. Он что, от болезни помер, что ли? Да она сейчас полуострова болеет. Может, нам все нипочем. Почихали, выздоровели. Ой, а шведы... А убийца как раз и рассчитывал на тонкую шведскую организацию. Так, стоп! Кто тут сказал убийца? Вы слышали, что доктор сказал? Сердечная недостаточность, болезнь. А болезнь, извини, я посадить не могу. И даже дело уголовное на болезнь завести не могу. И вы, знаете, этим делом особо не занимайтесь. А то еще слухи поползут, что у нас тут иностранных граждан убивают. Тарас, помогите, пожалуйста. Давай, давай, подожди. Ну как он? Не приходил в себя? Про Томаса ничего не говорил? Нет. Ларс. Ник. Ларс. Ник, у него температура. Ну и что? Может быть, у Томаса тоже температура? Только он лежит не в кровати, а... Ларс, очнись. Лег. Что он говорит? Не знаю. Лук. Бред какой-то. Ларс, где Томас? Где ты его оставил? Давайте, как только он скажет что-то осмысленное, я вам сразу сообщу. Правда? Спасибо. Нельзя отбрасывать эту версию только потому, что она Тарасу жмет. Послушайте, нужно организовать поисковый отряд. Не надо. Мы его нашли. Нет. Не может быть. Мы пока не знаем, от чего он умер. Очень похоже на вирус. Но это не точно. Это все Ларс. Это Ларс.
Он сказал, поехали. Там так красиво. Вакер Руск НАТО. Пойдемте в больницу, я дам вам успокоительное. И теперь Ларс жив, а Томас умер. Когда мы ехали на остров, Томас хорошо себя чувствовал? Он был здоров. Он был совершенно здоров. Он был счастлив. Мы собирались пожениться. Пойдемте в больницу. Несколько лет назад здесь была экспедиция. Ученые заболели, и кто-то даже умер в том гроте, у которого мы нашли Томаса. Я ничего про это не слышала. Прошу вас, все потом. Тридцать лет. Не знаю, искали они что-то конкретное или приехали на удачу. Но ученые стали заболевать один за другим. Их отправляли на материк. Дольше всех здесь продержался руководитель экспедиции. В итоге его нашли мертвым. В том самом гроте, в котором, как я понимаю, вы сегодня побывали. Сгубило служебное рвение. Все ученые уезжали лечиться, а он сгорел на работе. Не думаю, что все так просто. У местных этот грот считается входом в царство мертвых. Хороший вирус может прикончить на входе в библиотеку. А кто вам сказал, что он умер от вируса? Грот завалило. Странное совпадение. Швед и ученый грот один, смерти разные. Вы когда-нибудь слышали о тропе Хииси или о следах Хииси? Человек, который идет по ним, уже не может остановиться. В конце этой тропы всегда смерть. А, да, занятно у вас фольклор. Братья Гримм просто отдыхают. Если это заразно. Если это заразно, я уже заразилась. Тут хоть помочь могу, а там что заразу разносить? Когда очнется, дайте ему две таблетки. А если не очнется? Тогда я поставлю ему капельницу. И сменю вас. Вам нужно поспать. Уже поздно, вы не устали? Они искали тотем. Целая экспедиция за тотемом. Древний артефакт, корейский. Скажите, что у вас там отвечает за соединение мира мертвых и живых? Вот. Это
что здесь райское дерево и психиси, которые его охраняют. Тотем. Это предмет. Это не статья. Я понимаю. Но о предмете не слышал. А легенда вот. Ника, как вы? Я просто вот вещи Ларса забрала в больницу отнести. Вы не против? Я? Я Ларса плохо знаю. Нас Йонас только перед поездкой познакомил. Простите, вы хотели сказать Томас? Да? Томас. Ник, если вам какая-то помощь нужна, вы говорите. Нет. Вещи я уже собрала. Дождусь разрешения, когда участковый позволит забрать тело, и я сразу уеду. Может... Тут и завтраку принес. Терпеть не могу яйца. Спасибо. Я так и знал, что вы спать не будете, пока разгадку не найдете. Фредерик Соренсен, руководитель экспедиции, умер от обвала грота. Я вам так вчера и сказал. Угу. Ну да. А кто труп нашел, там не написано. Федор Лесник. Именно он разобрал завал. Но ученый был к тому времени уже мертв. Вы воды в чайник забыли набрать. Ой. Съели бы вы яичек. Жена их уже отварила. У нас говорят, одним яйцом можно накормить 40 покойников. Учту, когда покойники на завтрак придут. Это Соренсен, да? Угу. А это Федор. А это что за дамочка? Это сестра Федора. Пропадете вы здесь без своей помощницы? Ну не будет же она вечно в больнице торчать? Или уже выздоровеет этот Ларс, или умрет? Сестра. Лёгнер. Ханна. Ханна. Кто такая Ханна? Лёгнер. Лгунья. Ханна Лгунья. Ханна. Ханна, Томас.
Мария Соренсен. Мария Соренсен. Неужели ты вспомнила про меня и решила позвонить? Да нет, конечно. Возвращайся, в доме бардак. У вас еда закончилась? Да. А еще библиотекарь с женой чуть не накормили меня яйцами. Оу. Солнце отечественной литературы под угрозой вымирания. Ну хорошо, хочешь, я потом скажу твоему шведскому принцу, что ты ни на секунду не отходила от его постели? Кстати, надо понять, не женат ли он? Не женат. У него в соцсети статус свободен. Я смотрю, ты времени зря не теряла. Но мне надо было понять, почему два шведа забрались в такую глушь. Поняла? Да не знаю. Ну, может, они развеяться хотели. Я не знаю, вон у Томаса мама недавно умерла. Соренсен? Это Соренсен? Ну? А я думаю, где я этого Томаса видела? Вы его видели? Значит так. Ты в душ, а я к нашей невесте. Мне нужно задать ей пару вопросов. Если тебя твой герой увидит в таком виде, он в кому впадет. Муся, свою судьбу нужно встречать при параде. Помочь? Нет, я просто тут ищу... Я тоже ищу убийцу. Вы думаете, его убили? Вы знали, что отец вашего жениха погиб на этом острове? Нет, я не знала. Выходит, Томас не просто так приехал на этот остров. Томас рассказывал что-нибудь про отца? Он был археологом, погиб давно. Да нет, вы знаете, мы как-то это особенно не обсуждали. Я знаю, что когда ему было 18 лет, он сменил фамилию, стал Томасом Нильсоном. Это девичья фамилия его матери. Пожалуй, это все, что я знаю. Конфликт какой-то запоздал, он уже умер к тому времени. Выходит, Томас приехал на остров, где погиб его отец, и тоже погиб. Что ему нужно было от этого острова? Почему именно сейчас? Ларс сказал Лёнгнара. Значит, лгунья. А Ника сказала, что это бессмыслица. Наверное, она и есть лгунья. Согласна. Молодых, красивых соперниц нужно сразу записывать в подозреваемых. Да какая она соперница? Ладно, слово лгунья она не привела. Правда, потом Ларс сказал Ханна Лёнгнарен. Извините, у вас тут открыто было? Здравствуйте. О, Маруся, вы вернулись. Я ненадолго. Надолго. Пока дело не раскрою. Арва сказала, вы тут... Умирайте голодной смертью. Я принесла супчик. Сейчас разогрею. Лариса, скажите, да? На острове есть женщина по имени Ханна? На острове есть Анна. Может, есть Марианна и Светлана Ханна есть? Можно кастрюлю? Да. А? Я видела подпись этой девушки. Она впереди ставит... Аж латинская. Очень красиво. Я разговаривала с ней в библиотеке. Она сказала, что мама ее в детстве называла Ханной. Ну, отлично. Можете, когда хотите. А сколько ей лет? Ну, наверное, года 33-35. Ага. Получается, гипотетически вот эта вот женщина с фотографией может быть ее матерью. Я похозяйничаю. Где у вас тут? Ну, где-то там. Тарелочка. Ага. Да. Может быть. Ну,
гипотетически ее матери. Ну да, это ее мама, Марина Юрьевна. Она живет с братом, с Федором. Он лесник. Вы, наверное, знаете. А Ханна, как вы говорите, она живет отдельно. Отлично, адрес. Ну, садитесь. Вы что, не будете суп, что ли? Она будет. Адрес. Ханна! Ханна, вы дома? Вы спите? Острая легочная недостаточность. Ну, конечно. Ну, конечно, у вас-то своя, другая версия. Кто-то убил Томаса, а затем его сестру Ханну. А я и не спорю. Конечно, убил. И мы даже знаем имя убийцы. Вирус. Правильно, доктор? Да, и еще одна поправочка. То, что Ханна являлась сестрой шведа, это не есть факт, а это... как бы интеллигентно сказать, ваши домыслы. Зато ваша версия поражает правдоподобностью. Пришел вирус, всех убил, вещи перерыл и разбросал. А может, это она сама разбросала? Лекарство искала. А, доктор? Надо сообщить о смерти близким. Матери? Я сообщу. Вы? Я. Я слышала, как вы сегодня невесте о смерти жениха сообщили. Хуже у меня вряд ли получится. И еще не надо Марусе пускать в больницу. Сестрам милосердие тоже нужно. Мне казалось, в больнице она от вас отдыхает. Это вам казалось. Где мне найти мать Ханны? Она в библиотеке. Тарас, может, все-таки вы съездите? Нет, меня увольте. У меня не очень получается с этими интеллигентными старушками. Пусть она. Да, только знаете что? Не устраивайте вы ей допросов. А просто скажите, что, мол, дочь померла, и все. Только аккуратно. Спокойно. Чуткость – мое второе имя. Может, все-таки лучше с ней поехать? Нет, доктор. Вы мне здесь нужны. Эго-подиум под аграрием, знаете, обыкновенное. Красиво. Каллиграфия – незаслуженно забытый вид искусства. Как, впрочем, и гербарий. Вы ко мне? Вы мать Ханны? Да. Знал, что вы здесь. Смотрите, что я вам принес. Вот. Таксифрая Невалис. Да, камнеломка желтая. Думал, что на острове у нас перевелась, однако вот. Будьте так любезны, вот на том стеллаже. Дайте мне, пожалуйста, книжку Животовского. Смотрю, что он про нее пишет. Да-да-да, сейчас. Ага. Ханна умерла. Как? Мать знает? А что, похоже? Что случилось? Острая дыхательная недостаточность. Врач думает, что это вирус. Я слышу в ваших словах «но». Он ошибается. Я здесь, чтобы сообщить матери, но думаю, что у вас лучше получится. Посмотрите,
голубчик, какую я «С» придумала для нашей каменоломки. Она напоминает латинскую из старого алфавита. Марина Юрьевна. Да. Ханны больше нет. Она умерла. Почему Федор убил вашу дочь? Я понимаю, что он ваш брат, но если он убийца, его надо поймать. Федор был категорически против наших встреч с Фредериком. Ну еще бы. Швед, женат. Что, Федор, никто не верил, что Фредерик останется со мной. И что, напрасно не верили? Это была любовь. Я выучил шведский, а он ушел из семьи. Подождите, он же здесь умер, на острове. Да. Он написал письмо, что встретил меня и что остается. Что не вернется домой. Я знаю, я читал, он давал это письмо. Я пошла на почту, чтобы отправить. А вечером он уже был мертв. А еще через 2 дня выяснилось, что я беременна. Федор сразу догадался, кто отец ребенка. Я не хотела, чтобы Ханна знала. Я как чувствовала, что все это закончится плохо. А он ей все равно рассказал. Недавно. И вы знаете, она восприняла это с каким-то воодушевлением, что ли. Она даже написала письмо брату. Я так надеялась, что на этом все закончится, но нет. Томас вдруг приехал. Не знаю, на что он рассчитывал. Ну, явно не на то, что получил. Федор был уверен, что Томас приехал забрать что-то из вещей отца. А было что забрать? Самое ценное, что у меня осталось от Фредерика, это Ханна. Спасибо. Спасибо, я даже одна. Фредерик на фотографиях всегда в руках держит какую-то записную книжку. Федор первый нашел тело. Он что-то про это говорил? Спасибо, что проводили. Да бросьте вы! Это важно! В комнате Ханны все перерыто! Убийца явно что-то искал! Чай срочно. Запеканка на столе, чай сейчас будет, я в больницу. Павел сказал, что в больницу тебя не пустят. Почему? Потому что мне и Ларсу ты нужна живой и здоровой. И смею тебе напомнить, зарплату тебе плачу я. Он без меня там? Он без тебя выспится. Садись. Ханна умерла. Что, не могу тебе чай, что ли, сделать? Ты мой литагент, 100 лет. Еще и Ханна. Об этом? Федор, брат Марины Юрьевны, которая, мать Ханны, была влюблена в Соренсена, начальника экспедиции. С чего вы взяли? Ну, иначе откуда у нее столько его фотографий? Логично. В общем, брат Федор, я думаю, был против того, что его сестра завела роман с этим ученым. Ну, еще бы, он семейный человек и археолог загнивающего Запада. Вполне себе мотив для убийства. Ханну убили? Ты думаешь, я бы стала заниматься этим делом, если бы она от гриппа приставилась? И я думаю, убил ее Федор. Доказательств нет?
Да, доказательств не густо. Было бы больше, если бы мы нашли вон тот самый дневник. На фотографиях он с ним просто не расстается. Но когда я у старушки спросила про него, она не стала отвечать. Mm-hmm. Хорошо. А Томаса ему зачем убивать? Я думаю, приехал, стал разнюхивать, что-то подозревать. Ханну зачем? Ну, Ханна, наверное, тоже стала что-то подозревать. И вообще, дядя, он был так себе. Вы себе даже в книгах такого не позволяете. Это ни один редактор не пропустит. Мотивации нет. В общем, надо идти к этому персонажу и самой у него спрашивать про мотивацию. Кому нужна известная писательница, когда принц умирает? Федор! Федор, здравствуйте! Есть кто живой? Федор, вам плохо? Кою пью.
Может быть, вам лекарства какие-то дать? Какое дать лекарство? Коэрупио. Что здесь нужно? Коэрупека. Пека, я не понимаю. Коэру. Пека. Пека. Койру, Пекка. Я старалась. Вы ничего не могли сделать. Он умер не своей смертью. Участковый уже едет. Надеялся, что это эпидемия. А это эпидемия убийств. Есть идеи по развитию сюжета? Федор перед смертью сказал слова Руаю, Пиу, Койру, Пекка. Рай, дерево, пес, собака. Пекка, камень. Это по-карельски. Наверное, легенда какая-то. А зачем перед смертью говорить эти слова? Не знаю. Я ни разу не умирал. Шериф приехал. А где Ларс? Он там лежал. А, так вот в чем дело. Тут, я думаю, так тихо с утра. С утра? С утра. Может, выписали? Может, и выписали. Только он его вещи на месте. В другую палату перевели. Может, и в другую палату. Только у нас палата одна, вся здесь лежат. Да что гадать-то, вы у врача спросите, он точно знает. О, спасибо. Простите, пожалуйста, не подскажете, а где врач? Уехал. Куда? Куда он уехал? Надолго? Малыш, привет. Там в палате мужчина лежал такой, Ларс. Он еще не по-русски говорил. Знаешь? Его хищер разозлился. Что? А, да. А где он? Не знаешь? Папа знает, он тоже все знает. А где папа? Наверное, с хищей воюет. Где воюет с хищей? Умница. Рисуй. Обратите внимание. Синюшность губ, кровоизлияние на сетчатке глаз. Доктор, но вы ведь говорили, что вот при всем том же сам у шведа это было от естественных причин. Правильно? Все верно. Но там тело долгое время пролежало на холоде. А Федора Агата застала еще живым. И отравила. У Ханны и Томаса все то же самое. Но с одной поправкой. Их Агата увидела уже после смерти. Доктор, мне кажется, или вы меня выгораживаете? Кажется. Но почему это не может быть вирусом? Симптомы те же самые. Послушайте. Если хотите, у меня есть парочка шикарных медицинских энциклопедий. Или все-таки поверите на слово? А работать-то не хочется, да? Да, Маруся. Павел, куда вы перевели Ларса? Куда я мог его перевести? У нас одна палата. А если его там нет?
Посмотри в гостинице, пожалуйста, и держи меня в курсе. Похоже, там я нужен больше, чем здесь. Если что, я на телефоне. Угу. Улики собирайте. А что делать, если участковый не хочет работать? Ну, хотя можно написать докладную на материк. Книжки лучше пишите, если зудит. Вы часто бывали в доме Федора? Здесь ничего не пропало, все на месте. Скажите, а как вы дальше собираетесь разыскивать убийцу? Это тайна следствия. А, понятно. Вы отправите в Москву запрос по шведам и будете ждать ответ. А вот представьте себе, уже отправил. С ума сойти. Шериф, да вы делаете успехи. Угу. Вот, только не надо. Не надо читать мне ваших заметок. Хорошо, хорошо. Рую, Миу, Койру, Пекка. Эти слова Федор сказал перед смертью. Ну и абракадабра какая-то. Нет, это в переводе рай, дерево, собака, камень. Это опять отправляет нас к гроту, к легенде. Вот, может быть, вас это куда-то отправляет, а меня... Убийцу отправляет. Вот этот листик я нашла у кровати Федора, здесь написано по-шведски. Возможно, этот листик из дневника Фредерика, который искал убийца. А Фредерик, возможно, сюда описал этот скандинавский тотем. Так. А теперь серьезно. Держите ваш этот роман при себе. Вы что, со мной пойдете, что ли? Нет, нам просто по пути. Я в библиотеку. Или вы мне расскажете все про скандинавский тотем. Одна надежда на энциклопедию. Пойдемте, я про свой новый роман вам расскажу. Нет? Вы Майю не видели, что она задерживается? Как вы считаете, это мое дурное влияние или ваши скучные задачки? Тотем Фредерик все-таки нашел. Вы это знали? Странно, нет. Я о нем никогда ничего не слышал. А вы, Марина Юрьевна? Я думаю, он об этом писал в своем дневнике, и тот, кто охотился за артефактом, наверняка искал дневник. Кто-то охотился за артефактом? Во всяком случае, тот, кто найдет его первым, будет очень богатым человеком. Здравствуйте, простите за опоздание. Еще 5 минут, и я бы решил, что ты прогуливаешь. Агата! О, боже, опять вы? Хотите поговорить? Нет. Просто вас преследую. Как еще мне обнаружить труп первым? Вы же вечно всех опережаете. Кстати, о трупах. Как вам кажется, почему Ларс не умер? Томас, Ханна, Федор. А Ларс выжил. Губы синели, глаза лопались, но выжил. Сильный организм. Сильнее, чем у лесника, не смешите меня. Федор был в возрасте. Не понимаю, к чему вы клоните? А то, что он сделал яд послабее и выпил. А зачем? Ну как зачем? Чтобы тоже быть жертвой, и никто не подумал, что он убийца. А с чего вы взяли, что он убийца? Между прочим, когда Ханна умирала, его не было в палате. Муся его видела во дворе. И что, он злобно хихикал и потирал ручки? Муся в нормальных парней не влюбляется, поверьте мне. Так что же вы сразу не сказали? Это железный аргумент. Федор мертв, а Ларса в палате тоже нет. Thank you.
Ларс. Нашли Ларса? Нет. Но, кстати, узнал, что не только мы его ищем. Его в Швеции кредиторы потеряли. Недвижимость? Ну, почти. Химическая лаборатория. Взял в банке кредит. Ну, что-то, видимо, не получилось. Теперь бегает от банка. Он химик? Стокгольмский университет, отделение фармакологии. Ларс! Получается, возможность у него была отравить всех троих, а себе сделать яд послабее. И мотив кредит надо как-то отдавать. Тотем стоит немалых денег. И приехать сюда была инициатива Ларса. Это Ника сказала. Пожалуйста, он спал, и мне показалось, и все в порядке. Что в порядке? Что в порядке? У нас три трупа, и вот авантюрист в бегах. Тихо! Ты... Тихо, я сказала! Что? Что? Это уме. Ему беспокоиться нельзя, он больной. Не виноват ни в чем. Берите это, доктор. Фурия, он тебе рассказал, зачем из больницы ушел? Потому что это больница, а дома стены лечат. Это гостиница. Он подозревается в убийстве Федора, ты это понимаешь? Напрасно подозревается. Его до гостиницы Лариса довела, а тут его я нашла. Все, алиби, два свидетеля, все. Ну, действительно странно представить, что он в таком состоянии добежал до лесника, убил, а потом... Да понял я, понял. Вы своему шведу верите как себе. А я все равно хочу послушать его версию. Здравствуйте. Язык покажите. Дальше. Слушаю вас, товарищ Ларс. Ларс. Я пытаться... нашел затонувшее сокровище 7 век нашей эры. Нашел? Нашел? Ну, ты сейчас сказал, что нашел сокровище. Нет, что вы. Иначе бы я отдал весь долг и не лежал тут. Значит, не нашел. Нет. Вы знали, что отец Томаса был здесь с экспедицией? Да, да. Тот из Карелии. Очень много денег. Я думал, мы найти его и выручить много денег. А Ника не знала, что вы будете делать на острове? Нет. Она подслушала, как Томас и Ганна говорят вместе. Она подняла, я слышал, как она и Томас ругаться об этом. На русский север тебя потянуло. А про сестру ты мне забыл рассказать? Ты мне тоже про свои дела не особенно рассказываешь, да? Интересно. А что такого Томас узнал о Нике? Я не знаю. А Томас богатый жених? Да, да, Томас из очень-очень хорошей семьи. Он сам отличный бизнесмен. И он говорит, не надо лаборатории. Да, и если вопросов больше нет, мне кажется, можно закончить. Вопросы еще есть. Доктор, у него температура. Ларс, а когда вы почувствовали себя плохо? Агата, ну хоть... Агата! Я почти ничего не помню. Томас ушел, и я беспокоиться о нем. Пошел за ним, я заблудился. Лес до утра. Я почти ничего не помню. Наверное, я терял сознание. Было очень холодно.
Дым. Дым? Туман. Туман, да? Туман, да. Так, туман. Ники в номере вот нет. Простудилась. На телефон она не отвечает. Так что подтвердить ваши слова пока некому. Отлично, но вы же не потащите его в участок. У него жар. Хорошо. Пусть остается здесь. Здесь, только я сказал, здесь лежит. Под домашним арестом. Угу. Больше пейте. Вода, чай, морс. Лекарства занесу позже. Я думала, куда вы телепортировались из гостиницы. Я ушла поближе к благам цивилизации, то есть к интернету. Ты ничего не хочешь у меня спросить? Очень хочу. Ты последний лимон не доели? Мне для Ларса нужен. Ты знаешь, что я поняла? Что Ника не ошиблась, когда назвала Томаса Йонасом. Кто молодец? Я молодец. О, да, шериф, какие новости? Ну что, выяснила я кое-что про вашу Нику. А, наверное, то, что Ника черная вдова, она несколько раз хорошо выходила замуж. Все так же хорошо мужья умирали, ну, я имею в виду быстро. Я попрошу вас больше не вмешиваться в расследование. Ой, вы уже называете это расследованием. Я считаю, что это всецело и полностью моя заслуга. В дальнейшем я обойдусь без вас. Ой, даже не надейтесь. Смотри, Муся, вот это вот Ника... Счастлива в браке номер один. Ага. Она замужем за нефтяным магнатом, и он умер примерно через месяц после свадьбы. Сердечная недостаточность. Ага. Вот это счастливая Ника номер два. Примерно через год она вышла замуж за владельца сети отелей. Как же они называются? Мы там с тобой были на презентации. Мне там еще петуха подарили. Garden Inn. Вот, да, хороший, кстати, отель. Вот, и мы несколько обогатили мужа Ники. Так как платили за отель. Ну, хотя уже не мужа, а саму Нику, потому что месяца через два он после свадьбы умер. Сердечная недостаточность? Нет, воспаление легких. О. А я сразу сказала, что она убийца. Что ты там сразу сказала? Ты сразу стала ревновать, как кошка, потому что думала, она к твоему Ларсу подбирается. Я заметила, что она мутная. Ну, так ты еще и тщеславна. Придется выписать тебя опять персонажем в своей следующей книге. Да, спасибо. Мое тщеславие удовлетворено первой. Согласна на банальное повышение оклада. Ха, ты еще и меркантильна. Получается, Ника убила Томаса раньше времени, слишком много знала. И теперь она ищет дневник его отца и, конечно же, артефакт. А мы ищем Нику. Я никого не ищу. Но вы, пожалуйста, еще не все гроты и пещеры тут вами изучены. Только осторожно, пожалуйста, тут всякие хиси... камнями кидаются. Завалят, как Соренсена. Кою пил койру пека. Пека, камень. А может быть, это не тот грот, который мы ищем? А какой-то другой камень? Стоунхендж? Ты знаешь, может быть, здесь есть какой-то камень, как достопримечательность, куда туристы ходят? Уверена, что до обеда вы его найдете. Пека. Пека. Пека может быть все, что угодно. Может, это Сейд? А что такое Сейд? Сейд, он же тоже камень. Пойдем, я покажу. Ты уроки доделала? Потом доделала, но ненадолго. Сейд – это камень, который стоит у начала тропы мертвых, тропы Хиси. Чтобы чужие не ходили?
Ага, раньше еще рядом дуб рос. И пес сидел, который вход в тоннел охранял. В царство мертвых. Говорят, такие камни души мертвых вселяются, чтобы лучше охранять. Ага, значит, дуб спилили, пес сдох. Здесь стой. Убийцам тоже бывает плохо. Я ее сегодня видела. Мы с учителем траву собирали, а она из дома лесника выходила. Вы убили Федора? Я хотела взять дневник. Он был жив. Он спал. И вы его убили? Я не убивала. Кто-то пришел после меня. Я не знаю, кто. Тебе плохо? Да, ей плохо. А Федор вообще мертв. И Томас тоже. А его-то за что? Даже жениться не успел. Я любила Томаса. Павел, приезжайте. Вы здесь нужны. Объясни, где мы. Господи. Пап, мы находимся у тропы мертвых, у тропы Хиси. Я только хотела найти тотем. Хорошо, я хотела. Пожалуйста, только не умирайте. Послушайте, там Петр Иванович с ног сбился Майю, разыскивая. И вообще... безответственно водить ребенка на тропу смерти. Во-первых, ребенок меня сам сюда привел. А во-вторых, вы действительно верите в эти страшилки? Что с ней? Я хочу помочь Агате. Уведите лучше отсюда девочку. Хорошо, да. Майя, пойдем со мной. Папа сейчас приедет. Пойдем со мной. У нее не было шансов. Где нежность губ? Кровь Лени, все четко. Все было, что убийца не она, но кто? Мне кажется, или чем больше вы вмешиваетесь, тем больше трупов. Что? Убийца нервничает. А вы нет? Агата, как вы по ночам-то спите, а ребенок как спать будет? На ее глазах человек умер. Снотворное дайте, вы же врач! И вы до сих пор считаете, что ваша дружба с Майей идет ей на пользу? Сегодня отнесу ему еще одно лекарство. Потом будет 2 дня пробиотики пить. Потом. А есть что-нибудь другое? Вам нужен белок. Ну, менее отвратительное. Ну, сгорело, говорят, что одним яйцом можно 40 покойников откормить. Когда умру, напомни. Обязательно. Аларс очень любит яйца. Особенно омлет с брокколи и бутерброды. Бутерброды – это хорошо, убедила. Да. А в Швеции, представляете, бутерброды едят на завтрак, обед и ужин. Швеция – хорошая страна. Очень. Я, наверное, уеду туда с Ларсом. Совсем уеду. Вы меня слышите? Уеду с Ларсом в Швецию. Подальше от этого острова. Да, конечно. Одна девочка так сильно хотела уехать с острова, что все умерли. Зеленых таблетки перед едой и одну желтенькую через 20 минут после. Так вот. А это снотворное. Если будет плохо спать. Читайте инструкцию. Ага, а если он от еды откажется? Ну, я просто вообще не видела, чтобы он ел. Ну и хорошо. Когда организм борется, иногда ему лучше без еды.
Вот только бы еще знать, с чем он борется. Ну, вы уверены, что это яд, а не вирус? Ну, конечно. Мы же с вами живы. И Агата, я так понимаю, тоже. А, у нее вирус детективщика, другая зараза не липнет. Сидит в старых газетах, что-то про хиси, камни, деревья. Вов, надеюсь, не заразно. Подождите. Деревья? Райские деревья. Растут у входа в мир мертвых. Все, не спрашивайте, а то я сейчас как она заговорю. Райские деревья. Клещевина. Ее называют райским деревом. А из клещевины синтезируют рицин. Яд. Это что-то объясняет? Да это все объясняет. Рицин блокирует производство белка в организме. Без белка органы начинают отказывать. И если человек вдохнул рицин, то скоро он умрет от дыхательной недостаточности. Это как Томас? Да. А Ларс, видимо, просто не успел надышаться. И Рыбаков краем зацепило. Неужели рицин продается? Нет, ну его можно синтезировать, это не так просто. Нужны специальные знания в химии, биологии. А где Агата? Она, ну, сказала что-то про девочку, которая хотела уехать с острова и убежала. Черт, черт! Надо быстрее. А Ларс, таблетки? Всего два человека могли синтезировать рицин. Один из них я, другой. Ах, Ларс уже не умрет. А вот Агата может. Быстрее, быстрее, быстрее. И заварите на ночь иван-чай с корнем солодки. Вы перестанете кашлять? Непременно. Фредерик не собирался с вами оставаться и не писал письмо своей жене. Его написали вы сами. Вы настолько его любили, что выучили шведский. Склонность к каллиграфии не составила никакого труда. Легко было писать письмо жене, что он любит вас. Он не имел права уезжать. Он обязан был остаться. Я ждала ребенка. Он считал иначе, поэтому вы его убили. Он оказался не столь сентиментальным и не растрогался по поводу беременности. И вы решили, лучше мертвый папа, чем сбежавший? Я его не убивала. Слышите, я никогда, никогда бы не смогла причинить зло Фредерику. Его убил не я. Его убило проклятие. Проклятие не убивает. Убивают люди, у которых есть мотив. У вас он был. Дышите. На раз, два вдох, на три, четыре выдох. У вас должны быть какие-то лекарства, таблетки. Сумки, капли. Дышите. Раз, два вдох, три, четыре выдох. Это сколько капель? Нужно позвонить Павлу. Связи нет. У вас есть связь? Нет. Слушайте, ну это бред какой-то. Я же его видела, нормальный человек. Черт. Придется пешком идти. Давайте, вылезайте. Да быстрее же, пока этот нормальный человек не убил еще кого-нибудь. Связи нет, машины не заводятся, лекарств не достать. Люди злые, доктор. А чего вы не уезжаете? Экстрим люблю. И север. Север? Север, север. Природа здесь красивая. А вы почему не уезжаете? А я уезжаю. Меня Ларс в Швецию позвал. От Агаты. Матери Ханны плохо. Ага. Мы идем спасать мать Ханны. Всех. И чем быстрее, тем лучше. Дышите, вам стало лучше? Какое это теперь имеет значение? Сначала. А вы фотогеничны. Доктор сказал, легкая, сердечная недостаточно. Это болезнь. А болезнь я посадить не могу. Простите. Вот здесь, рядом с Фредериком. Это ведь вы. Я вас не сразу узнала. Вы соврали, что ничего не знаете про экспедицию.
Вы общались с Соренсоном и были в самом эпицентре событий. Правда, ваш отец был против общения с учеными, так как считал, что они на вас дурно влияют. Вы меня с кем-то путаете. Ну что вы, я же детективщица, я умею собирать детали и выстраивать из них логическую цепочку. Здесь, в этой статье написано, как шведские археологи нашли древний корейский артефакт. Вы не хотели попадать на фотографию, просто не успели ускользнуть. Боялись, что папа узнает. А здесь вы уже крупным планом. 17-летний Пекка Иванин остался сиротой после крушения парома. Да, Пекка Иванин? Столько выводов из двух старых статей. У вас богатое воображение. И не только воображение. Мне удалось перевести несколько страниц из дневника Фредерика. Он в красках описывает, как за экспедицией увязался 17-летний юноша. Правда, его папа был против, так как считал, что они будут древних духов. А древних духов будет нехорошо. И еще, если бы не дневник, я бы долго искала несуществующий камень. А Пекка – это имя. Так же, как Петр. Да, Пекка? Да. Значит, сначала вы защищали археологов от отца, а затем тотем от археологов? Фредерик был одержимым по-настоящему. Это завораживало и заражало. А мне было 17 лет. А в 17 лет веришь случайным авторитетам и не веришь родителям. В тот день мы сильно поругались с отцом, и он не взял меня на большую землю. Мы там всей семьей думали пробыть все выходные. Так что мне повезло больше, чем сестре. Ее взяли. Мама, отец и сестра. Все они утонули вместе с паромом. Я остался на острове и поклялся, что больше никому не отдам тотем. Пека, вы не глупый человек. Вы действительно думаете, что ученые потревожили древних духов? Вы так долго прожили на острове и так и ничего не поняли. Паром затонул по техническим причинам. Техническим. Паром затонул, потому что Соренсон хотел увезти тотем. И вы убили его и забрали артефакт? Да, да. Дневник тоже надо было забрать, чтобы нигде даже упоминания этого имени не было. Если бы ученые узнали об этом, они непременно приехали бы. Но меня кто-то опередил. Когда я пришел, дневника не было. Только позднее я узнал, что его забрал Федор. Который я устроил в пещере, оказался напрасным. Дневника я не нашел, зато все подумали, что Соренсона просто завалило камнями в гроте. А тотем? Я нашел. Нашел не сразу, но нашел. И спрятали? Ну, в общем, да. Иди сюда. Павел! Что? Я не могу больше бежать! Хорошо, идите за Тарасом. Я хорошо! Сам. Вот. Вот. И что, из-за этого камушка столько трупов? Нет, нет, из-за вас. Если бы вы не стали раскапывать эту историю, все бы ограничилось смертью Томаса. Ведь она выглядела почти естественно, правда? Значит, вы убивали, а я виноват. Очень по-мужски. Из-за вас все заговорили об артефакте. Он всем стал нужен. А он должен остаться на острове. Без него святилище предков останется без защиты, а это конец.
Расскажите это Томасу, Ханне, Федору, Нике. Тихо, 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 тихо. Рецин. Пару вздохов и смерть. Теперь больше никто не будет охотиться на нас. Что случилось? Хорошо, убедили. Нужная вещь этот ваш. Тотем. Тебе понравится Швеция? Я знаю. Я правда не могу. Сумасшедший писатель? Она не справится без меня. А я? Отходим! А ты сильный. Я вернусь за тобой. Мешать мне писать новый роман? И травить кофе по утрам. С бутербродами? Обязательно. Тогда ладно. Только если будешь страдать по своему аферисту, отправлю в Швецию. Бандеру. На самом деле она рада, что ты осталась. Я знаю. И я рада. Так почему вы все-таки остались? Тоже люблю север. Ненавижу. Иногда убить хочется, но все равно люблю. Мы с вами точно про один север говорим? Не сомневайтесь.